В Доме правительства подвели итоги сразу нескольких профессиональных конкурсов среди журналистов. Прошлый год в республике был посвящен человеку труда. Этой теме «Пишущие братья» посвятила тысячи статей, сюжетов и радиопрограмм. Авторов лучших материалов пригласили на президентский бульвар. Победители конкурса наградили в рамках традиционного дня главного редактора. Среди победителей наши коллеги. Дипломами наградили продюсера национального телевидения Надежду Яковлеву и старшего редактора радиовещания Алину Герасимову. Лучшие журналистские работы отметил и Чувашстат. Нашим коллегам вручили медали за труды в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи. Обладателями почетных наград стали старший редактор национального радио Владимир Егоров и продюсер телевидения Надежда Яковлева.